Уникальные рецепты, кулинарное мастерство и идеальная подача блюд. Республиканский конкурс-семинар поваров, кондитеров и официантов организации потребительской кооперации состоялся в Барановичах. Чем удивляли участники конкурса, поинтересовалась наш корреспондент Эмма Захарова. В Барановичском технологическом колледже Белкапсоюза собрались лучшие повара, кондитеры и официанты организации потребкооперации со всей страны. Чтобы организовать конкурс, понадобилось около сотни наименований продуктов и недели подготовки. Мы подготовили лаборатории, в которых конкурсантам отведено определенное место. Они будут готовить свои изделия определенное время. Естественно, это серьезный закуп продуктов, это подготовка посуды, подготовка рабочего места. Мы надеемся, что нам удалось создать такую атмосферу для участников конкурса, чтобы им было удобно, комфортно стремиться к победе. Ольга Киндрук представила Брестскую область в конкурсе домашнего задания среди кондитеров. Ее торт, книга, на изготовление которого ушло 2 дня, удивил всех. Здесь слюнки текут даже от названий ингредиентов. Состав этого торта – бисквит влажный, крем-чиз и покрытие ганаш шоколадный. Украшение из мастики, из вафельных бумаги цветочки и шоколад надписи. Оценить всю эту красоту для членов жюри оказалось непросто. Оценить сразу, какой из тортов лучший, конечно, безусловно, очень сложно, потому что все торты изготовлены мастерски. Безусловно, мы оценку давали по внешнему виду, сложности изготовления, а также составу. И используем дополнительных ингредиентов для украшения. Профессиональную оценку мы дадим этим тортам, исходя из дегустации. А в конкурсе среди поваров участники готовили из рыбы холодные закуски и горячее блюдо. Согласно правилам, всем участникам предоставляются одинаковые продукты. Главный продукт выбран по жеребьевке. Он должен быть в каждом блюде. Угодить жюри не так просто. Учитывается время, внешний вид и сочетание продуктов. А что вы готовите? Паштет из рыбы. Рыба запеченная совершенно. Здесь какой-то будет супер соус. Да, брусничный и овощной, помидоры с перцем. Скажите, а вы уже готовили его ранее? Нет. То есть это ваш дебют? Да. Член жюри Сергей Данченко, выпускник Барановичского колледжа. Несмотря на строгость в оценке конкурсантов, переживает за каждого. Самое главное, чтобы они сейчас не терялись, чтобы были очень-очень собраны, и у них все получится. Ну и хотелось бы, чтобы вот кто-то, ну, выделился и получил на данном этапе мастера-повара. Вилка слева, нож справа. Эти правила знает каждый. А вот красиво подать, быстро и правильно разложить приборы, не перепутать бокалы, украсить стол салфетками – это искусство, которое демонстрировали в конкурсе официанты. Для меня этот конкурс как шанс повысить мое профессиональное мастерство. Этот конкурс очень долго ждала. Ну и думаю, что я к нему подготовлена. Очень разные участники из разных регионов нашей страны. И отрадно отметить, что сегодня профессиональный опыт этих людей будет отмечен их работой, отмечен их старанием. И в завершении награда найдет своего победителя. Лучшего повара, кондитера и официанта ждет награда в размере 1000 рублей. Также ему будет присвоено звание мастера. Эмма Захарова, Николай Русский, телерадиокомпания «Брест».